Слушай, тебе не важно, дупло. Ой, сама ты дупло. А я думал, что бы врагам свести? Нет, это у тебя дупло. Это не у меня дупло. Это не тебя, я круг застал дома. А где он? А вот точно так, где, видишь, угорает, стоит. Девочки, мальчики, захожу как-то, приезжаю как-то к Свете домой. На репетицию. Вот Ева подтвердит. Тоже видел. А ты тоже была? Ева тоже была. А, ты уже от своего трупа уже даже не знаешь, что там было, да? Вот, короче, приезжаю. Не воняло же. Приезжаю к Свете домой. Не думаю, сейчас репетировать буду. А там труп. Раздетый. Кто убил, не признались, не дочь, не Света. А ладно, убил. Вопрос, почему он был голым? Тебя это... Голым был? Голым, почему? А, голым? Я не должна была смутиться. Ты должна. А, я же так часто вижу голых людей, прям, сука, голым, кажется. Голые трупы ты каждый день видишь. Голые трупы я в морге видел, знаешь, сколько? Знаю, сколько. Я там бухал. Как ШПМ, нахуй. Вот. У нас официальное сообщение. Идем сюда справа. Я люблю быть по центру. Да. Сегодня официально Алла Борисовна подала на развод со своим мужем. Мы пафосно проводим не только свадебные разводы. Бурные аплодисменты. Нахуй нужно. Оно же железное было. Нет, серебряное было. Я видел. Светы не попили. На что я плачу? Вы что, что я сказал? Серебро нынче копейки стоит, правда? Кто-то повторяет. Кто же у тебя будет теперь муж-сестра? Да сейчас первый попавшийся станет ее мужем. Ну да. Помнишь песню? Пусть первый встречный станет моим мужем, а там что-то там дальше и колбаса. Господи, похуй, сын есть. Не поняла. Я помню, что у Пугачёва была дочь. Она сделала операцию, видимо. Да, теперь Кристина Пакайта стала мальчиком. Да, она стала Кристианой. Кристина запихает она теперь. Ой, ладно, девочки, мальчики, на этом мы заканчиваем наше первое отделение. Увидимся буквально через 15-20 минут. В нашей... А, нашла, да? Ну что, пошли переплаты. А ну что, переплаты.